Привет, друзья! Хочу сказать, что у меня завершается конкурс, и на этой неделе я разыграю вот такие замечательные подарки от Виолити. И от меня и моего канала разыграют вот такие монетки 10 гривен в холдерах. Замечательный получит победитель. Наверняка вы видели, что вышли новые монеты 10 гривен. Юбилейный тираж у них 1 миллион штук каждая. Они дополняют серию Сбройные силы Украины. Это замечательно, что у нас появляются новые юбилейные вот такие монеты, которые довольно большими тиражами, под миллион штук. Вот. И хочу сказать, что полный обзор можно посмотреть на канале. А еще также есть видео, как я платил данными монетами и как люди на них реагируют, как воспринимают вот такие монетки. Также я предлагаю в этом ролике посмотреть небольших два сюжета, как я платил именно этими десятками. И напомнить, что, ребята, поучаствуйте обязательно в конкурсе. Ссылочка на конкурсное видео будет в описании. Напишите там ваш комментарий, потому что уже на этой неделе разыграются подарки. Возможно, в будущем буду разыгрывать еще какие-то у нас будут и позолоченные монеты. Но в целом это довольно интересные, прикольные подарки от Виолити. Ну что ж, давайте смотреть. Вроде красивые, как вам? Ну, вроде красивая, но придется мешками ходить нам. Мешками? Ну, вам и нам. Ну, может. Да. Ну, все равно уносим такое мешками. Ну да, это то же самое. Спасибо. Пожалуйста. О, какая денька. Сейчас тебе положу в копилку. Да, в копилку поместится? Да. У меня такая большая. А, ну если в большую, то точно поместится. О, какая денька. Может, лучше ее в какой-нибудь холдер? Какие-то такие есть, у меня 2 года назад я покупала. А-а-а. Но там другое что-то нарисовало. Ну, видите, новые. Ну, сейчас все. Спасибо. Да, спасибо. Вот такие необычные реакции. Видим, как по-разному могут реагировать люди на эти монеты. В целом, конечно, большинство людей радуются чему-то новенькому, интересному. Конечно, как обиходные деньги, они неудобны, потому что очень большие. А так, каждый хочет положить к себе в коллекцию что-то подобное. Ну что ж. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока!